Это один из пляжей, расположенных в городской акватории. Даже несмотря на пасмурную погоду, местные жители с радостью купаются, даже не подозревая, что в воде их ждет коварный энтеровирус. Энтеровирусная инфекция, по сути, целая группа заболеваний, которые объединяет одно. Все они вызываются кишечными вирусами. Главная особенность энтеровируса – абсолютно любые симптомы. Ангина, кашель, насморк и даже простое утомление могут оказаться тревожными сигналами, требующими безотлагательного посещения врача. Каждый случай заражения таким вирусом индивидуален, поэтому вариантов лечения немало. Опасна еще энтеровирусная инфекция и тем, что у будущих мам, у беременных женщин, она может спровоцировать либо преждевременные роды, либо выкидыши, если женщина перенесла это заболевание. Либо в дальнейшем у уже рожденного ребенка может возникнуть синдром внезапной смерти. Энтеровирусы часто называют кишечным гриппом, и неспроста. Это заболевание также распространено, как и обычная простуда. Подхватить его проще всего летом, в разгар купального сезона, ведь вода – лучшая среда для этой инфекции. Жители Владивостока, спасаясь от жары, освежаются в море, невзирая на многочисленные предупреждения Роспотребнадзора о том, что купание в черте города может быть опасно для здоровья и жизни. Да я не слышала и не видела, поэтому не боимся. Последнее время стало гораздо чище. Мы здесь родились, выросли и не боимся. И даже когда в молодости было эти самые выставляли, купаться запрещено, мы все равно купались. Вируса я не боюсь. А вот врачи утверждают, что бояться все-таки стоит. Заражение интравирусной инфекцией может привести к тяжелым последствиям, вплоть до развития патологий или серозного менингита. Особенно уязвимы для инфекции дети. Вакцины против кишечного гриппа не существует. Вирус быстро изменяется и мутирует, и даже человек, уже переболевший такой инфекцией, может вновь заразиться. Нередки случаи, когда интравирусы передавались воздушно-капельным путем от давно переболевшего человека. Специалисты рекомендуют для отдыха выезжать подальше за город, где море не загрязнено сточными водами и морскими судами. Евгений Черемухин, Андрей Макаров, новости на восьмом.